Справа мы видим пару зарядья. Находилась за торговыми рядами, которые стояли на месте нынешнего ГУМа, главного универсального магазина на Красной площади. Жили здесь в основном ремесленники и мелкие и средние торговцы. Сами вы видите во многих наших фильмах, в том числе, в частности, кинокомедии Георгия Данелли «Минино». Именно здесь лихо отжаривают весь бинго. Сегодня парк зарядья, парк природных, естественных геоклиматических зон нашей страны. Справа мы видим фрагмент Красной площади, Васильевского спуска, Спасскую башню. Можете сверить ваше время на часах ваших с курантами кремлевскими. Диаметр их 6 метров, туда свободно было пройти паровоз с вагонами. Видим же справа гостиный двор и прекрасный собор Василия Блаженного. Приходится как раз на праздник Покровской иконы Божией Матери. И ров, как так академическая привязка, проходил по Красной площади. И вот здесь, ровно сейчас справа от нас, мы видим, как он соединялся с Москвой рекой, проходил прямо вплотную к кремлевским стенам. И в том месте, где сегодня Александровский сад выходит на Манежную площадь, в том месте ров соединялся с рекой Неглинкой. Таким образом, Москва, если смотреть на нее с высоты еще полета в древности, напоминала бы неправильный треугольник, почти трапецию, и со всех сторон окружена водой, то есть Москва была островом. А храм Покрова Богородицы Иван Грозный в честь присоединения Казани в Москве, Московскому царству, велел построить на Красной площади на могиле уже известного тогда нашего местночтимого святого Василия Блаженного. Вообще, друзья, вот Кремль, который мы с вами сейчас видим, прекрасные соборы Михаила Архангельский, Благовещенский, звонится с колокольни Ивана Великого. Построенные архитектором Аристотелем Фьораванти, родом из Флоренции, простите, из Болоньи. Да, когда говорят, что Кремль нам строили итальянцы, это вот не совсем корректное название, потому что на Апеннинском полуострове тогда был целый конгломерат княжеств. Там проходит инаугурация президента, там президент вступает в должность, принимает дела и встречается с нашими героями для их награждения. А Кремль заканчивается выходом к Александровскому саду. Это прекрасный парк, разбитый прямо над рекой Неглинкой. В начале 19 века два архитектора-инженера из Неаполя, Джузеппе Бове отец и Джузеппе Бове сын, построили над рекой Неглинкой прямо вплотную такой Кремлю такой парк. И в честь государя-императора Александра Павловича I назвали его Александровский сад. По образу и подобию, как и в Санкт-Петербурге, тоже к Петровской площади подходит Александровский сад там же. И река Неглинка, протекающая под Александром, крестители Руси, по Ногиевскому Стрелецкий полк. Позже Петр I отдает это подворье своему любимому воспитателю, наставнику Никите Ивановичу Зотову. К сожалению, мы построили мост, но зотовские палаты почти на 2/3 пришлось снести. Слева мы видим театр эстрады под управлением артиста, юмориста, пародиста Геннадия Хазанова, который занимает часть вот этого известного дома на набережной. Построили в начале 1920-х годов по проекту
архитектора Иофана, предназначался для высшего руководящего состава советского правительства. Его потому иногда кто-то называет дом правительства, хотя это совсем некорректно. Никакого правительства здесь никогда не заседало. Здесь жила наша советская элита. И потому многие жильцы этого дома пострадали. Рассказывают даже, что какой-то период почти половина квартир здесь пустовали. Впереди у нас Патриарший мост, который соединяет вот эту часть Замоскворечья слева от нас с храмом Христа Спасителя. Здесь же Патриарший причал. Место священное для всех верующих людей. Ну, также и памятник. Памятник победе России над общеевропейскими армиями. Памятник действительно, потому что памятник человеку наши предки как-то не стремились ставить. Это считалось как-то нескромно. Тоже усматривала в памятнике человеку какой-то такой, знаете, реверанс в сторону язычества, апелляция к тем временам, когда в дохристианские времена наши предки воздвигли. В 1930-х годах разобрали, снесли, здесь хотели строить большой кремлевский дворец советов. Но начинается Великая Отечественная война, и тут нету таких затрат, к тому же любая высотная какая-то конструкция, она является наводкой, ориентиром для вражеской авиации. Даже Кремль тогда замаскировали, так что он выглядел как какие-то обычные там жилые корпуса, непонятные. А будто отношения с крымским ханством с правой стороны, где мы видим эти интересные желтые домики. Здесь был Крымский двор. Такое учреждение, которое совмещало в себе сразу две функции: посольства Крымского ханства и одновременно что-то вроде культурного центра, выражаясь современным языком. Но затем, уже в 18 веке, во второй половине, Крымский полуостров входит в состав России, и Крымское ханство окончательно ликвидируется, навсегда упразднено, возникает там. Он же уговорил остаться в стране не менее знаменитого Булгакова. С правой стороны у нас наводка Хамовники, и мы видим вот этот красный. Церковь Чудотворца Николая в Хамовниках. Строили ее ярославские мастера. Они очень гордятся своей фигурой. Дворец относится к военному ведомству, но человек даже не знакомый с архитектурой сразу скажет, строилось оно не меньше, чем в два этапа. Еще ниже цветные витражи из стекла. Знаете тех солдат, облик, образ которых воплотили на экране наши киноактеры Василий Шукшин и Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Георгий Бурков, Юрий Никулин и совсем еще молодой тогда Андрей Ростоцкий. Прямо перед нами пешеходный мост. Вправо он уходит к Комсомольскому проспекту, где находится станция метро Фрунзенская, если кому-то понадобится. А в левую сторону он же переходит дорогу, которая ведет в сторону метро Шаболовской. И как раз сейчас с левой стороны можно будет увидеть даже часть Шуковской телерадиовышки. Вот она как раз показалась с левой стороны, такая сетчатообразный конус. В 1919-21 годах восходит эту башню, и она долгое время была у нас и не только уже позже, в 60-х годах, появляется второе телевидение на улице Академика Королева, и тогда Баталов и Никитин возводят у нас и Останкинскую телевышку. Простите, летний театр, то раз театр, то здесь скучно не бывает, и называет, начинает нескучный сад. Но прежде чем семья царская получила свое распоряжение, здесь были частные владения. Слева мы видим вот этот красивый желтый мини-дворец, усадьба Орловых с белыми колоннами, под названием «Чайный домик». Он принадлежал Орловым, тем самым, чьи представители Григорий Иванович был политиком, администратором российским и фаворитом государыни императрицы Екатерины II. А слева сейчас мы видим уже композицию скульптурную советских времен. Красивый такой спуск, лестница и скульптура
девушка, изготовившаяся к прыжку. Она так и называется — прыжок в воду или купальщица. Вот мы ее видим с левой стороны. Скульптор Ромуальд Ионко установил эти территории, а вот с другой владелицей здешних мест, княгиней Голицыной, пришлось очень серьезно повозиться. Она в течение всей своей жизни так и не желала продавать этих мест. Уже ее потомки спустя много лет все-таки уступили императору. Это идеальное, но главное, она обладала очень таким склочным характером, склочным, несговорчивым, несовместимым ни с кем. Она и своих домашних постоянно доводила до критического состояния, терроризировала. Одним словом, друзья, именно с нее списан персонаж. А тут раскрываются просто роскошные виды на Москву-реку, на ее побережье, на набережные и окружающие окрестности. Так что побывайте в этих местах обязательно. И ниже, еще ниже, на спуске уже, на спуске склоне холма, разводится Андреевский монастырь, который дал название на набережной, который чуть дальше. Всю набережную. Друзья, Андреевский монастырь у нас в истории занимает особое место. Монастыри у нас вообще были не только духовными и религиозными центрами, они были также центрами просвещения и здравоохранения. И где человек мог научиться любить? Потому что все священнослужители по грамоте, как тогда выражались. И один из примеров того, тот факт, что Михаил Васильевич Ломоносов приходит в Москву с рыбным обозом, молодым парнем, и поступает учиться в Славяно-Греко-Латинскую академию, которая находилась при Заиконоспасском монастыре. Он и сегодня находится на улице Никольской в Китай-городе, совсем рядом с Красной площадью. И также человек, когда заболевал, то больниц не было, человек шел в монастырь. Стеной, башнями, бойницами, бастионами и прочими приспособлениями, такими ярко выраженными, фортификационными. Коль скоро левый берег у нас такой холмистый, крутой, обрывистый, то противоположный, логично, должен быть такой холмистый, лужники, как и за Москворечье, во все времена были очень низкого уровня. Москвичи даже ловили карасей в этих лужах, уже когда река давно сошла. И коль скоро земля в этом месте так щедро пропиталась водой, то, как губка, конечно, и трава росла здесь тоже сочная, мясистая, ядреная. Ну, самое подходящее место для заливных лужков, чтобы выгонять сюда малый выпас домашнюю живность, всяких коняшек, коровок, козочек и так далее. И позже, когда москвичи выселяются из Москвы, время от времени они выселялись, организовывали выселки, то как просто мега популярен, но главное достоинство в том, что он был всем доступен, абсолютно всем без исключения, в то время как США и страны Европы, спорт оставался в то время уделом лишь избранных, только очень богатые и аристократы могли себе такое развлечение. После того, как в 1952 году советская сборная с триумфом победно выступила на Олимпийских играх в Хельсинки, тогда советский все понимает, что спорт – это та же самая политика. Знаете, у нас тут говорят, что кто должен быть вне политики, это не я. Один из главных стадионов сейчас виден у нас с правой стороны, красивый купол, он не так обновлен. Главный архитектор Власов, конечно, у нас убийственно старался. И да, мы говорим,
Сегодня было открытие и закрытие. На открытии выступал лидер СССР Леонид Ильич Брежнев. Он должен был произносить приветственную речь участникам соревнований и зрителям. Он выходит на середину, на помост посреди стадиона. Третье, пятое. Уже у нас забеспокоились тогда, там ожидали ведь от наших оппонентов всего чего угодно, не только бойкота, но и какой-нибудь гордости, саботажа, диверсии, какого-то вредительства, чтобы испортить нам праздник. Кто-то уже стал изобретить, что может быть испортили акустику, может быть Леонид Ильич что-то говорит, но ничего не слышно. Но нет, советский лидер просто стоял и молчал. И, видимо, кто-то сзади члена правительства ему подсказывает шепотом. Всеобщей такой дружбы, интернационализма, абсолютно подлинного, искреннего, без всякого мужества и лжи. Это не тот вот мультикультурализм западноевропейский, который с позором провалился. Это именно наш интернационализм, наше вот это вот ощущение вселенского братства всех народов. Когда люди, приезжие, спортсмены, болельщики, зрители ходили по Москве, разных цветов кожи, национальности, происхождения, религии. И просто и станция метро Красносельская, она соседствует с другой кондитерской фабрикой «Бабаевский шоколад». А начиналось все, друзья, в середине 19 века. Господин Наземец Эйнен основы здесь производства кулинарных, новый такой пролетарское революционное название «Красный Октябрь». А что касается абрикосовых, то они становятся одними из первых красных директоров. Ну, они у нас оставили свой след не только в пищевой промышленности, но и в кинематографе. Помните фильм «Свадьба в Малиновке»? Отец и сын Абрикосовы сыграли там главные роли. А справа мы видим красивую Никольскую церковь на Берсеневке. Есть версия, что слово «Берсеневская набережная» восходит к слову «берсень», то есть «крыжовник». По-старорусски назывался «берсень». И одна из московских, москворецких притоков вместе с Неглинной, Сетунью. Частично судоходная, конечно, так для небольших. Когда-то сбежал от своих воспитателей царевич Петр, будущий император Петр I. Попадает в Яузу, а там была немецкая слободка, в которой жили господа иноземцы. Петра там уже ждали, ему устроили роскошный прием, и с тех пор он задружился с иноземцами, они стали его друзьями, советниками и, в общем-то, повлияли государственную политику. Слева же мы видим большой красивый небоскреб, один из наших первых советских небоскребов. Здесь снимали фрагменты фильма «Москва слезам не верит». Построен был в 1938-39 годах по проекту архитектора Чичуа. Вида он не имел. Он его приобрел только уже в 1952 году. Жили представители творческой интеллигенции, в частности, певица Клавдия Шульженко, балерина Галина Уланова, актриса Клара Лучко и знаменитая Фаина Раневская, чьими афоризмами мы до сих пор пользуемся в нашей жизни, употребляем их и даже не всегда знаем кому. И видим здесь же здание «Российский союз промышленников и предпринимателей». Но, если приглядеться, мы увидим нижняя часть. Первые два этажа очень сильно отличаются от верхних. Действительно так, потому что еще в 1886 году было построено здесь здание богадельни. В советское время здесь надстроили еще три этажа. А справа у нас еще один дворец, тоже в стиле ампир, но уже ампир более такой советский. Здесь находился штаб Московского военного округа. Изначально, еще в имперские годы, здание называлось Крикс-комиссариат. Но у нас была мода, видите, на иностранные словечки тогда. И слово «крик» означает «военный». То есть, собственно, и военный комиссариат и был. И даже сейчас мы видим, как здесь справа и слева от портала стоят орудия. Уже здесь мог быть казнен руководитель самой крутой в мире секретной спецслужбы номер один НКВД
будущий КГБ Лаврентий Берия. Так что никуда не ушли, не уйдем. И здесь же справа видим Международный дом музыки, вот этот красивый дворец. Наверху видим скрипичный ключ. Здесь один большой зал, другой поменьше. Сталинского ампира строили в 1954 году архитектор Синявский. Это обыкновенный жилой дом, наверное, правда, трудно назвать его, во-первых, 11-этажный, что тогда была еще редкость пока, а во-вторых, очень, конечно, красивый, понятно, что жили здесь тоже непростые люди, в частности, знаменитый архитектор Штеллер, который построили премию за участие в проектировании строительства Кремлевского дворца. Справа мы проехали уже союз промышленника предпринимателя, который мы с вами узнали, что была богадельня. Даже сейчас заметно, посмотрите.